Так. Верните ключ зажигания в положение off. Все, выключаем зажигание. Такая тут инструкция. А на Васе не надо выключать. А? Просто же тут. Макс, ну конечно. Все, так. Меняем колодки. Включаем зажигание и нажимаем ОК. Это у нас Audi A6 C6. Рестайлинг. Какой у него год, Макс? Ну, 9, по-моему. 9-й, 10-й, 9-й. Короче, рестайлинг. Конец 9-го, модель на 10-й. Или фиг его знает, что там у них с модельным рядом. Тогда позовешь? Так, видео продолжается. Все, поменяли колодки и поменяли один суппорт. Потому что суппорту одному хана была. И по инструкции что-то теперь надо окей нажать. Окей. Колодки сводятся. Окей. Я так понимаю, сейчас был функциональный тест. Просит включить колодки. Все, друзья, на этом развод колодок, замена колодок, развод суппорта закончен. Вот, на других машинах у меня, на 8-й, в частности, до 3-й, не получалось. И сейчас, когда он запрашивал переход во 8-й режим, я отказался, вот, и тест получился. Напоминаю еще раз, это Audi A6 C6, рестайлинг, 9-й год. Всем пока.